А в Твери в пятницу начали оборудовать купель для крещенских купаний. Важно подчеркнуть, что это будет единственное место в областной столице, где для горожан будут созданы все условия по комфорту и безопасности. Тему продолжит наш корреспондент. Такой погоды в крещении в Твери не было никогда. Ни льда, ни снега. Но купание все равно никто отменять не собирается. Поэтому было принято решение соорудить купель по-новому. В этом году трудности. Первый раз такое, что нет льда. Вот из-за этого настил монтируется на пристани, а лестницы будут доходить до воды. Значит, будут у них перила с двух сторон и одно разделительное, чтобы с одной стороны спускались справа, а слева уже поднимались обратно те, кто уже окунулся. Лестница уже практически готова. Все скрепляется гвоздями. Безопасность гарантирована. Сам настил в этом году стал больше на 2 метра. Это и будет переход от берега до самой купели. Уже сейчас в плоту вырезан крест, куда будет вставлена специальная конструкция, которая опустится на дно. Это еще один способ обезопасить купающихся. Собран каркас из бруса 100 на 100. Вот внутри пенопласт полностью выложен и сверху зашит досками. Вот. Сейчас вот его закончат монтировать, краном будем выпускать на Волгу, потом подтянем к месту уже и будем монтировать полностью, соединять с лестницей. После этого будем вбивать сваи. И когда все закончим, проверим на прочность, уже опустим купель, туда соберем ее на настиле и опустим на дно. Первые верующие смогут окунуться в Волгу в ночь с 18 по 19 января. Для тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти ночью, медики и спасатели будут дежурить у купели на протяжении суток. Благодаря этому у пристани не возникнет длинных очередей и столпотворений, и граждане смогут выбрать более удобное для них время для купаний.